Всем здрасте, сегодня показываем игру, ну или как упражнение, можно игрой обозвать. Все зависит от дозы. Смысл какой? Партнера вот, данного надо из территории, ограниченной вот моим нахождением, ну сейчас в данном случае, да, он имеет право за меня заходить. Два человека должны любым способом захватить, упаковать и перетащить в красную зону любую, красную зону. Ну мы так показали, красную зону. В любой можно круг сделать. Очень мягко, аккуратно. В Тане все ясно? Угу. Начали? То есть тот, кто один против двоих, его задача не оказаться в красной зоне максимально долго. Максимально долго. Он все время оттуда уползает, уползает все время, освобождается от захвата. Крутится и вертится только в сторону от красной зоны. Как будто она красная, буквально вгоряченная врата. Нельзя туда там оказаться. Вот он всеми средствами туда не дается, не дается. Еще есть несколько вариантов этой игры. Есть вариант, когда сделать надо максимально быстро. Как бы это как схватки соревновательные. А есть вариант так вот сейчас, когда идет отработка этих техник. Вот все. То есть в зависимости от задач, что требуется, или нагрузиться и поотрабатывать, или просто как соревнование быстро выиграть схватку. Вот в зависимости от этого ставится задача. Или быстро победить, или как бы в законе принужденной обстановки. Все, спасибо. Всем всего. Молодцы, поработали.